Здравствуйте, мои дорогие. Вот прям сразу скажу, что тема сегодняшнего разговора неприятная. О мошенничестве. Но что делать? Приходится и о таких вещах говорить, тем более, когда это касается твоей семьи. Я так буду зачитывать кое-что, потому что мне все это не упомнить. В августе этого года в России вспыхнула волна мошенничества с банковскими картами. Обману подверглись клиенты многих банков, таких как Сбербанк, Тинькофф, Рокетбанк, Райффайзербанк, может быть и другие. Мошенники очень хорошо осведомлены и подготовлены. На днях на их уловку попался мой зять, Даня. У него украли больше 80 тысяч рублей. Согласитесь, что для молодой семьи это очень крупные деньги. Вы его могли видеть в роликах в августе, когда они ко мне в гости с Сашей приезжали. Несмотря на то, что он уже много лет работает в сфере IT и в курсе практически всех уловок и способов мошенничества, его все равно обманули. Больше того, эти мошенники умудрились даже обмануть сотрудницу одного из банков. Представились технической поддержкой и украли у нее 120 тысяч рублей. Уж сотрудница-то банка должна была вообще быть в курсе всех каких-то деталей даже. И все равно обманывают. Схема их мошенничества очень проста, но при этом правдоподобна. Многие наверняка думают, вот я бы на такую фигню не повелась, не повелся. Не спешите с выводами. Для чего я это и говорю вам сегодня? Что обмануть, найти ключик можно практически каждому человеку. Начинается все это с того, что вам звонят и представляются работниками технической поддержки этого банка, ну, в котором у вас карта. Клиентом которого, собственно, вы являетесь. При этом мошенники знают фамилию, имя, отчество и номер карты вашей. После этого, сейчас я вот зачитаю, после этого вам сообщают, что с вашей карты пытались списать некую сумму денег. Но перевод был заблокирован. И теперь нужно проверить, все ли в порядке с картой с вашей. И не могли ли ваши данные уйти к каким-то третьим лицам. И вам будут задавать стандартные вопросы, которые задавали бы из банка, ну, техническая поддержка на самом деле. Не теряли ли вы карту? Не покупали ли с карты в каких-то неизвестных, непроверенных магазинах? Не сообщали ли данные своей карты каким-то людям посторонним? И по итогу вам будет предложено заблокировать вашу карту, чтобы избежать дальнейших каких-то списаний.
Вас переведут якобы на голосового робота, который окажется фикцией. И придет СМС от имени банка с кодом. Код, который необходимо будет сообщить этому боту, ну, то есть роботу, да? Несмотря на то, что везде и всегда повторяют, что код нельзя говорить никому и никогда, у людей в такой момент возникает мысль, ну, это ж не человек, это же робот. Ну, и все, именно в этот момент мошенники получают доступ к вашей карте. Так что, мои дорогие, пожалуйста, если вам звонят, от имени банка, лучше сбросьте сразу или скажите, что у вас нет времени, что заняты, не можете разговаривать, и сразу перезвоните сами по официальному телефону банка. Нужно себя обезопасить. Ну что это? Никогда никому не говорите коды, которые вам приходят по СМС в приложениях банка. Они нужны только вам. Банкам эти коды для выполнения операций не нужны. Так, и еще просьба есть, мои хорошие. Если у вас есть подобные истории из вашего личного опыта, если кто-то из вас также попался на уловки мошенников, напишите, пожалуйста, на почту. Выведем на экран или в описании свою историю. Как это было, что делали, смогли ли вернуть в итоге деньги. Да, и если с вами что-то подобное случилось, сразу подавайте заявление в полицию. Для этого сегодня даже можно из дома не выходить, что все можно сделать онлайн. Ссылка на подачу заявления тоже будет в описании к видео. Заявление нужно подавать в Главное управление экономической безопасности. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Перед подачей заявления возьмите банковские выписки у вашего банка по операции. Сейчас волна этих мошенничеств снова набирает обороты, и вы можете, даже те, кто не сталкивались, с этим столкнуться. Сами понимаете, что никто от этого не застрахован. Грабят людей просто. Огромное количество обращений уже в полицию. И вы знаете, вот до чего. Вчера была у подруги, у нее тоже подруга работает в банке, в Сбербанке. Ну и вот разговаривали на эту тему, а та и говорит, а я вообще не держу деньги на карте. Вот что счет открыт, на этом счету и держу. Ну и как вот, да, вот жить? Зачем нужны такие карты? Если ты не знаешь, что может случиться. Ну это я понимаю, что вот я пенсионерка, да, у меня там, может быть, я... чересчур мнительная. Но меня вот такие ситуации просто сразу пугают. И не знаешь, вот так на самом деле бывает, голова просто не работает. Так тебе наплетут такого, что и не успеешь сообразить ничего. Хотя вот вроде бы тоже все знаю. Но если вот Даня попался, он очень умный мальчик.
и работает же. Ведь айтишник же сам, все равно попался. Ну, 80 тысяч рублей, а? Ему их никто не дает, он их зарабатывает. Так что вот такое сегодня видео, мои хорошие. Напишите, пожалуйста, кто с этим столкнулся. А те, кто не столкнулся, но все может быть, поговорите со своими друзьями, предупредите. Ну, жалко людей. Ну, что это такое? Ну и на сегодня тогда все. Пока-пока, мои дорогие. Берегите себя. И берегитесь мошенников, пожалуйста.